25 рублей. Всех болельщиков приветствуем с Уфа-арены. Нет, она не изменилась до неузнаваемости. Просто сегодняшнюю предыгровую раскатку Акбарс проводил на тренировочном корте уфимской арены. Ну, так сложились обстоятельства. Предпоследний матч регулярного сезона континентальной хоккейной лиги 2018-2019 годов команда Зинатулы Беллидинова проводит в столице Башкортостана, и перед игроками стоит только одна задача – победить. И дело совсем не в том, что победа существенно укрепит Акбарс на третьей строчке рейтинга Восточной конференции. Просто победы есть самое действенное средство правильно настроиться на плей-офф. По сравнению с последней домашней встречей с «Металлургом» в составе команды только одно изменение. Первым номером против Салавата Юлаева выйдет голкипер Владислав Подъяпольский. Тренерский штаб дал молодому вратарю передышку. И теперь пришло время игровой практики для, скорее всего, основного кипера команды в кубковой весенней мясорубке. Вполне возможно, с Салаватом Юлаевым Акбарсу придется воевать в первом раунде плей-офф. Так что сегодня, можно сказать, генеральная репетиция предполагаемого зеленого дерби до 4 побед. Но пока все мысли игроков о конкретном матче. Все серьезны, но и пошутить ребята из Акбарса завсегда готовы. Настроены на вечернюю игру представляют Михаил Глухов и Артем Лукоянов. Ну, конечно, серьезный матч, серьезный соперник. Настраиваемся по плану. В принципе, ну, там решается, будет, на кого выйдем в плей-офф, поэтому сегодня будем биться на победу. В предыдущей игре с Салаватом вы потеряли половину зубов. Будете мстить? Нет, это же игра, ну так получилось, я думаю, не специально. Будем работать, ничего страшного, биться. Потом посмотрим, у кого зубы будут целые, у кого не целые. У тебя не целые зубы. Нормально, вставим новые, ничего страшного. Сегодня битва зубов, битва зубастиков. У кого больше зубов выпадет? Удачи, пацаны. Итак, сегодня в 17:00 по Казани, но в Уфе. Салават Юлаев, Акбарс. Айда, Акбарс. Баба-баба-баба.